27 июля 2009 года младший десяток моих детей собрался на маленькой кухоньке, и подобно программе «Играй гармонь» мы проводим свою программу «Играй труба». Начнем со старшей из этих десяти, Астры моей. Астра, играй на тубе. Молодец. Кто у нас следующий? Егорушка сыграет. Сейчас Егорушка, подожди. Молодец. Кто у нас следующий? Звезда сыграет. Давай. Теперь царёчек, царь. Молодец. Теперь у нас те, кто редко играл совсем. Царицушка, подожди, царицушка. Чистушку сыграла. А сегодня первый день у нас играет кто? Мария, первый день. Ты сейчас. Вот, видно, что первый день. Государик, давай у нас. Ну-ка, дай звук. О, лучше всех. Молодец, государик. Вот весел. Вот лучше всех играет. Любимица тоже первый день играет. Давай. О, у нее хороший звук. И королевчик давай. Ну что это? Это совсем не королевский. Это какой-то пук. Ну-ка, сыграй еще попробуй. Нет? Да, чего-то вот так. Мы без подготовки быстро сели. И сразу видно, кто умеет, кто нет. Но это первая у нас играет труба, первая. А? Андрей, папа, Андрей, ты у нас. Андрей, ты забыли. Еще работать над звуком, потому что он на фаготе все играл, на саксофоне, да? А на трубе не играл. Надо играть сегодня. Я вас разбудил быстренько, сыграем. Сказал, что кто сыграет, тот будет есть, да? Ну, а то голодные будете, да? Сейчас вас что ждет вкусная еда, давай. Так что семья Алексеевых первый у нас какой был? Играй гармонь, а сейчас у нас первая играй труба.
Сейчас вторая, чтобы подготовили новые пьесы, самые интересные. Договорились? Да. Все.